Так, ну что, мои дорогие, хорошие, я еду домой. И пока я с каким-то, к какому-то, вернее, решению не приду совместно с моим пока еще нынешним супругом, я оттуда не уеду. Блин, неужели я у себя на районе? Ура, 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 ура. Вкусно? Это шоколадное. Вообще. Вкусно? Да. Вот так сделай. Ему скажи, no! Отстань, скажи. Приехала, а? А вас и там и тут передают. Да. Гулька, моя. Ой, ой, ой. А вы меня смотрите? Нет. Чего врёшь? Нет, телевизора дома нет специально, чтобы тебя не смотреть. Сейчас пойдем смотреть. Да, сейчас. Ты нарисовал, да. Таня говорит, что у меня плохая аура и выгоняет меня из дома. Правильно. Из моего же причем. Где написано, что это ваш дом? Да, конечно. Это мой дом. Даже в договоре моей. Прикол вообще. Все, отстаньте, не делается. Люська, как дела? Айкнес. Почему? Пусто. Йось. Ничего. В смысле? Сейчас поем, иду, мне переживать. Куда? Сейчас разговаривать будем. Я сейчас буду заходить с тобой в одном, на одной площадке. У тебя выбора нет. Конечно. Отойдите, пожалуйста. Отойдите. Ты ко мне на «вы»? Я к вам вообще никак. Ладно, сейчас пообщаемся. Что с лицом? Ты знаешь, ты веришь, ты ждешь еще его. Ты любишь, ты помнишь, как вы были одно целое и летние дни. Сменяет осень, и что же будет дальше, мы уже никак не спросим. Мы с тобой в... Ой, сынок! Сынок! Что за блогеры у меня тут? Не надо меня снимать! Не надо меня снимать! Не надо! Ну, пожалуйста! Давай! Ты тоже так снимаешь? Ты фотограф юный. Блогер, блогер. С кем поведешь? К единственному нежному бегу по полю снежному, по счастью безмятежному, скучая и тоскуя вдали.